Ладно, без него будем тратить пока что. Короче, Вилаша, мы с тобой справа, тут два приверженца. Твой из кружка, мой из ромбика. Вот. Кто может давать сало из магов? Давайте по очереди. Приверженцы, которые приходят с лестницы вот отсюда. Давайте им сало в каст, чтобы они шли к нам, к звездочке. Так, ну и Рарник, ты с той стороны. Там два Рарник хаотика. Справа, да? Рарник слева. Угу. Он где луна? Так, как мы с вами договаривались там? Все РДД бьете мобов, которые идут к Рарнику в луне. Начинаете конкретно непосредственно с того моба, который выходит с центра из квадрата. Это всегда приверженец. Вот. Потом уже добиваете двух мобов. РДД это получается все вот третья и четвертая пати. Все милики. В звездочке мы убьем. Мы гриппаем приверженцев с кружка и с ромбика. И их в первую очередь двоих забиваете. Ну, например, двоих история все кружки бьешь. А, топа все ромбики. И им надо и косты сбивать, пинок, стан, полную хуйню. Ну то не тяните их оттуда, блядь. По крайней мере, с ромба. Потому что я на полном буду, он бежать будет. Мы это притяжки на них даем. Вот, а моб, который из центра, фанатик, будет идти. Давай, Вилаша, ты его, короче, на себя. Ну, блядь. У всех зависит. Сервак упал. Да, сервак упал. Довольно ну нет, надо пошел покурил. Да, идите курите минут 5-7. Да, пускай, заходите. Ебать. Да хули лагает, пиздец. Пока всех запустят. Мне какая-то ненормальная херня на самом деле. Очень сильные лаги. Так, давайте сразу. Пока все тут. Так, сегодня у нас понедельник. Второе, блять. Воскресенье. Понедельник и вторник. Мы идем сюда. Кого не будет, сразу мне скажите. Вполне вероятно, что меня. Но это не точно. Короче, с таким раскладом надо тех 10 челиков брать. Тогда, может быть, получится травить нормально. А тут 3-4 человека отваливаются, уже рейда нету. Ну, замени, ребят, мало. Чё там?
Что там, на стресс зашел? Нет? Зашел. Ебать. Чё за хуйня, блять, у меня метки эти забагались, ебаные, сука. А, вот, ебись. Так, запомнили, да, кто что это самое, вот рыба стоит. Короче, смотрите, какая хуйня. Тут контролит примерно каждую минуту. Вот. Если ДБМ есть, большим плюсом будет, если вы сами видите, когда контроль касается миликов. И отбегаете от места скопления людей. Потому что если вы этого не будете делать, пухи там снимать, будете шотать пол рейда. Ну и по контролю все квадраты в одикон, все треугольники, короче, вторая сова, анреальный, короче, и все луны — это ровист. Вот чисто ваши метки. Если вдруг непонятная ситуация и вы далеко там за 30 метров от человека добежать не успеваете, то контрольте ближайшую. Ну, контрольте. Ну, желательно, конечно, метки. Вот. И остальные тоже реагируйте. Станы там давайте, в овцу превращайте. Если вдруг видите, контроля нету. Ну и сливайте там всю хуйню, там, что мешает контролю. Темный баф от тьмы снимаем. Престовский. Его не бафаем на следующий трай. Так, и по ДД, что у нас там? Кто, блядь, тут хилов столько не надо. Килая, давай в ШП. Будешь хуярить. Ну почему я сразу? Я сказала, я хил. Блять. Помимо меня есть еще 5 хилящих человек. Я тебе говорю, не играю я в шпшки, это бесполезно. Хуёво. Хуёво, хули сказать. Вырубай. В ретрика. 4 хила будете хилить. Ну и этот. И призен. Призен на киса дамажите. Кулак по шаманам. Кто кулаки там дает? Настройте себе там поле пауэр. Или запомните просто, что у нас 2 энха в рейде. По 20 тысяч дамаж больше всех. Все, проверка. У тебя опять баганный старый аддон? Рус спрашивает, ему туннелить или свечиться? Боря Б, малифицист, поешьте, пожалуйста. Пускай туннелит. Отдал СС по удикону. Еще раз проверка. А киса, ласку дать? Давайте на счет 3. Он отсчет дал. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Луна, луна. Ложитесь. Ложитесь.
Стоим в одну точку возле звезды. Сейчас появится зеленая лужа, вон лужу забегаем. Вы осознали бессмысленность своих действий? Блять, и сдохнуть-то не получается как-то, да? Так, смотрим, кто как играл. Два носка, 40 тысяч по фанатику. Приверженца хуй забил, да? Здрасте, блядь. Он с лестницы вышел, я ему забил касс. Дальше я их бил просто. А ты сдох с пула? Что-то не могу понять. Нет, я нет. Два носка, правильно? Два носка. Вот смотри, вот я сейчас смотрю рекаунт на этом трае. Мы не добили первую пачку трэша 7 мобов и подохли. Три челика сдохли, я говорю, падаем. У Ворлда, сколько он там, 940 тысяч набил? Ты набил 180 тысяч. Ты, наверное, рано сдох. Или что-то случилось, не знаю. Нет, я вообще в конце сдох. Я в лужу заходил. Я в контроле стоял еще 12 секунд. А, еще контрольный. Ровист. Это какая-то залупа, ребята, я не знаю нахуй. Это не дамаг, это хуйня полная. Акиса. Приверженца убил. История. Там ловушку активировали. И похуй. Святос. Приз. Вот кто-то делает, что надо, кто-то нет. 30 тысяч. Угу. Ну, давай еще раз попробуем. Там на всякий случай, напомню, если вы трэш с одной стороны убили, видите, его там нет, повернитесь, помогите добить с другой стороны. И в приоритете вот эти мобы, которые с кружка, роббика и с квадрата выходят, приверженцы. Надо в первую очередь залить. Вот, чтобы они на себя щит не повешали. И после них уже добить фанатиков. Любая рез ему, оно быстрее, жри любую. Ты ему особо не надо, он ретрик. А, точно. Он же ретрик. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ветра. Трэш 5 секунд, готовимся. Вы вот этот фанатик, который... Вот это вот чей фанатик бегает там в рейде? Тролльте.
Андреальный топ урезай. Радикон на стресс. Хаскулапу, пристала в пену. Топа вставай. Трэш. Контроль через 5 секунд, готовимся. 2 секунды контроль. Ай, блядь. Ложитесь. Вставайте в одну точку, сейчас падаем. Может, на трэш вара танк лучше? Не. Противиться моей воле. От этого ничего не подняется. Блять, он будет их контролить, он будет их станить, блять, он будет их агрить толпой. Вот, блять, просто вот фанатик срывается там или еще кто-нибудь. Как вот их по-быстрому залить, если, допустим, сразу всех одновременно нельзя заагрить? Ждать, пока, блядь, агрона берет. Если видишь, что на одном мобе агро снимаешь, второй другого возьми, другого проблема нет. Вы бьете мобов? Вот здесь вы про миликов говорите. У звезде, которые два приверженца. Вот. Потом там один фанатик остается. Вот с крестика и Вилаша твой фанатик. ПКД. И кружок, и крестик, только два других не трогай. Вот у Рарника три моба в луне. Там один приверженец из квадрата. В третьей, четвертой пати вы зергаете приверженца, и дальше уже доты развешиваете на фанатиков. Видите, звезде мобы стоят. Тоже под доты, эти там какой-нибудь АОЕ. У всех ДБМ есть или у кого-то ДБМа нет? Который показывает вот эту полоску таймера, когда будет контроль. Рыбу. Травистый Вилаш. Да, самый трудный босс в мире. Травистый тут? Вылетел.
Ну, давай без него бить пока что. У него были луны все. Он Акиса с призаном по очереди. Первый Акиса, второй призан по луне. Со это превращайте его в эту в лягушку. Святос. Five, four, three, two, one. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контроль. Историю буря, буря прилетела. Ты в контроле был. Историю Фош прилетела. Снимите лягушку, пожалуйста, за 20 секунд ФК бега. Все маги могут проклятие снимать, две совы могут с проклятия снимать, и Бидон может проклятие снимать. Ну, две совы, наверное, Индра залейте. Ты не умирайте вот так. Ложитесь, нехуй дальше бить. Не бейте, зачем бьете? Станьте в одну точку и ждите. Сейчас лужа кинется зеленая. И трэш придет, нас убьет. Чем могу помочь? Да хранят тебя предки.
что вы долго там у лестницы стоите, хуй знает. А котик опять вымер. Да. Его Wi-Fi отрубило, пишет. Вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контроль 5 секунд, что поймал я? Разжимся. Зукля там, да? Я вернулся. Не. Моб. Моб. С правой стороны. Угу, я вижу. Ну что, здесь меньше лагать, чем на ребре, кстати? Да, особенно, да, потому что даже фреймы поставили, чтобы союзные были видны, как бы таких лагов особо. Не знаю нахуй, что придумать, чтобы залить быстро трэш. Ну, как вариант их в одну точку сводить, но это надо третий ДКшник, чтобы грипать. Ну, типа, ну, если надо, я могу зайти на ДКшник, походу. Вопрос уже убить просто этого босса. Просто, ну, я не знаю, у нас у всех вообще ДБМ есть. Просто такое чувство, что половины рейда его пока нету. Сейчас моб взорвался просто и сдохло пол рейда, блядь. Хотя ДБМ орёт, что моб взрывается. Даже если он тебя в таргете, ты каст не видишь. Ну, варианты какие? Застанить моба? Да, он станется. Я не помню, по-моему, он не кикается там. Либо дергается гриппом, либо станется. Да. Ну, если... Дестрики могут застанет, кто там еще. А там какой? Они оба же кастуют, они как нежить считаются. По-моему, фанатик тогда умирает, кастует эту вот херню. Типа, ну, суицид, по-моему, кастует по себе. А Фрост магом можно же это? Да, тоже? Да, станом работаю. Главное, чтобы диминишинга там не было. Все виды смертей разберем, трая в 100 дадим, и все, и потом будем этого босса с первого трая убивать. Гетш. А чё ты? 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой!
Он кастует пидора, дайте ему стан. Всем похуй, да? Я понял. Возьмемся. Ой. Как вот у вас интересно выглядит все вот эта игра? Вот у магов, например, показывает вот эту полоску. Вот моб, допустим, да? У меня стоит это, как он называется? Интерфейс, индикаторы там и имена, индикаторы противников. Вот каждый противник у меня красный либо желтый. Вот. И под этой красной хуйней, полоской противника, есть каст полоски, который он кастует. Вот там, когда этот взрыв он его кастует, блядь, 5 секунд, дохуя долго. И неужели в рейде 25 человек никто этот каст не видит? Ну вот вы сейчас видели, сколько людей сдохло. Вы еще от него отбежать можно. Там такой же взрыв примерно, как от духа, 1020-30. Похуй всем, все стоят. Я не знаю, на что вы надеетесь. А то, что чудесным образом этот босс убьется. Сюда там надо... лужа была, все только из лужи успели выйти, блять, и он уже начал кастовать. Да, так он до этого еще кастовал 5 секунд. И ему никто стан не видит, что надо дать. Может, пока рыбу не будем ставить, ты экономишь? Да не. Где килая? Львогается? Ага. Говорю, что залагала. Зашла рано. Короче, я вам так скажу. Если вы что-то не знаете, да? Не знаю, когда завтра, послезавтра, если повезет, будет рейд траить. Если вы приходите на этого босса, вы должны полностью знать, от чего вы можете сдохнуть. Прям. И этой хуйни надо избегать. Взрыв моба, лужа, этот, контроль, блядь. Если, блядь, надеяться на кого-то в рейде, вы 1-2 нажимаете и надеетесь, там, что за вас все там сделают, то нихуя не получится. Такая ее не понерфят, нахуй. 30 лямов ей не сделают, блядь. Этому боссу, блядь. Тогда можно будет в 5 тел добивать, как бичи. Вот, сейчас надо играть получше. Да, мобов вообще уберут. Ага, блять, уберут мобов, уберут босса нахуй, оставят сундук нахуй с лутом. Ага. Ебать. Просто заходишь с целка такой, в ворот, блять, 12 сундуков стоит нахуй. Просто зашел, лутанул нахуй. И все, контент прошел. И к Джали еще подошел, типа поцелуйчик посылает нахуй, еще и шлем дает, блять. Бесплатно нахуй. Сука. Это, конечно, все заебись, блядь. Охуенно посмеялись, мне понравилось. Но, блядь, реально, блядь, все зависит от вас. Шанс, конечно, рандома дохуя здесь есть. Там возьмет сову в контроль, возьмет кота в контроль, блядь. Но вот этой залупы, нахуй, взрыва моба и минус 10 не должно быть. Вы еще второй фазы не видели, что там, блядь. Надо уже начинать проходить первую фазу. Точно, блин, мы до второй-то не дошли еще. То, что у нас рави стопнуты, это вообще пиздец. Так, ну давай 200 за ребро, пока накину. Прошлый раз был 1200. 1000 это еще потратить леди надо.